Две корейские спортсменки присутствуют на этом турнире. Си Ян Ви, фигуристка, которой пока 14 лет, но 15 исполнится уже буквально через неделю. 15 марта у нее день рождения, а катается она в короткой программе под музыку к фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Тем временем, смотрите, какое сильное поколение выросло в сборной Южной Кореи. Мы регулярно рассуждаем о наших спортсменках, но это вполне объяснимо, потому что они и ближе нам, как бы ни выступали, да и катаются классно. Говорим, что, пожалуй, идущее вслед за имеющимся сейчас поколением японских спортсменок поколение страны восходящего солнца может быть не столь зрелищное, как те же Хигучи Сакамото и Рика Кихира, да и Сатока Миахара. Конечно же, упоминаем регулярно об Алисе Лю, она как-никак уникум в мире фигурного катания. А ведь кореянки-то очень-очень хороши. Они сильны, они стабильные, они пластичные, они хореографичные. И речь сейчас и о Ян Ю, разумеется, и, конечно же, о тех двух спортсменках, которых мы видим на этом турнире. Си Ён Ви уже выступила, вслед за ней будет кататься и Хайн Ли, которая мне по сезону нравилась больше, но которой еще только предстоит показать такое же или лучшее выступление по сравнению с соотечественницей. Хотя всего лишь несколько лет назад казалось бы, что кроме Ин Су Лим никого в Южной Корее нет с точки зрения претензий на мировой пьедестал. Оказывается, не просто есть, этих девушек немало, и они с каждым стартом становятся все лучше и лучше и производят все более яркое и приятное впечатление. Фантастический прокат этой спортсменки, при том, что я смотрю по текущему сезону,
да и в целом по тем результатам, которые эта фигуристка демонстрировала в карьере, у нее уже имеются баллы на уровне того, что она сейчас потенциально способна получить. Ну вот как-то то ли смотрел я недостаточно внимательно, то ли, может быть, слегка замыливается взгляд из-за такого количества прокатов. А только вот подобного впечатления лично на меня эта фигуристка прежде не производила. Очень понравилось. The scores, please. Ну вот, пожалуйста, это 65,5, это больше, чем у Маны Кавабе, и, на мой взгляд, совершенно заслуженно. Совсем крохотное отставание от Майи Хромых, и 3 балла ровно. Проигрыш Сиен Ви относительно Дарьи Усачевой. Она третья.